Удаление опухолей малоинвазивным способом и быстрый поиск раковых клеток в организме. Как прошел год борьбы с онкозаболеваниями в Чувашии, в нашем материале. Этот прибор называется гамма-детектор. Так врачи-онкологи находят лимфоузел, который ближе всех находится к опухоли молочной железы. Он называется сторожевой. Чтобы его увидеть, в район новообразования вводят радиоактивный маркер. Сам узел определяется изотопным методом. Он накапливает изотоп. И мы должны его вот этим специальным аппаратом найти. Вот этот аппарат, он начинает щелкать и ищет более радиоактивное, радиоактивное вещество, которое накапливает этот сторожевой лимфоузел. Если в сторожевом узле находят метастазы, пациентки удаляют все подмышечные лимфоузлы. Если нет, больше операций не требуется. Новую технологию наши онкологи изучали в 2016-м. К концу 2018-го операции поставили на поток. Фактически после операции через 3 часа пациентка встает и чувствует себя здоровым человеком. Нет функциональных ограничений по функционированию верхней конечности. Не бывает слоновости после таких операций. Нет длительного послеоперационного периода, когда из послеоперационной раны вытекает лимфа. Не нужна сложная реабилитация. В соседней операционной онкоурологи проводят резекцию мочевого пузыря с помощью эндоскопической стойки. Оборудование позволяет проводить малоинвазивные вмешательства. Вот эти тонкие инструменты выводятся в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал, оценивают состояние стенок мочевого пузыря, при необходимости выполняется биопсия, и сомнительные участки резицируются. Операция в среднем занимает от 30 минут до часа. Современные методики и в диагностике. Эндоузи – аппарат, который позволяет проводить два вида исследования одновременно – эндоскопическое и ультразвуковое. Такого оборудования нет нигде в Чувашии, оно установлено лишь в крупных медцентрах. Это оборудование позволит нам сделать тонкоигольную пункцию, чтобы забрать материал для дальнейшего гистологического исследования и подтвердить или опровергнуть наш диагноз. Новые технологии внедрили в год борьбы с онкозаболеваниями в Чувашии. Это одно из направлений работы в 2018-м. Диспансеризация, профилактические осмотры, выезды бригад онкологов в районы республики – все это позволило добиться высоких результатов в борьбе с раком. Увеличилась 5-летняя выживаемость пациентов, до 56%, было 55,9%. Снизилась летальность в течение года с момента выявления онкологического диагноза. Улучшилось активное выявление злокачественных образований до 26%. Онкодиспансер – участник нацпроекта здравоохранения. В планах – дальнейшая модернизация учреждения и создание 4 центров амбулаторной онкологической помощи. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.